остались здесь вопросов к вашему куратору. И сейчас я буду приглашать его в нашу комнату диагностики. Делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Дайки. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Дайги. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате. Приветствую. Очень рад встрече и знакомству. Взаимно. Как нам к вам обращаться? Ларри. Называйте меня Ларри. Приветствуем вас, уважаемый Ларри. Вы куратор или учитель Дайги? Я куратор. Благодарю вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы недавно проводили чистку вашей подопечной. Сегодня проходили проверку, она чистая. У нее остались 10 вопросов, которые она хотела бы задать вам, уважаемый Ларри. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Непременно, я с удовольствием отвечу. Благодарю вас. Я начинаю с первого вопроса. Какая я душа? Откуда я родом? Ты арктурианка. Родом с Арктура. И мы приветствуем представителя Арктура в нашей комнате диагностики. Мы очень вам рады. Я перехожу ко второму вопросу. Как я могу с вами общаться и как получать ответы? Прекрасный вопрос. Общаемся мы знаками на сегодняшний день. Но чтобы общение было более понятным, нужно задавать короткий вопрос. Мое имя ты знаешь. Короткий вопрос, требующий ответа «да» или «нет». Интуитивно ты будешь чувствовать ответ внутри. Он будет приходить моментально. По ответу ты будешь понимать, скорее чувствовать правильность ответа. Это яснознание, которое тебе нужно развивать, чтобы четче слышать ответы. Тогда ты сможешь напрямую связываться и будешь понимать, что наша связь непрерывна и настроена. Внутреннее состояние подскажет тебе это. Твоя интуиция. Пока лишь мы общаемся знаками, которые ты понимаешь правильно. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Ларри. Перехожу к третьему вопросу. Сколько у меня кармических узлов и сколько уже узлов пройдено? Ибо у тебя 6 кармических узлов, 4 пройдено. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Какие мои основные блоки, которые мешают моему развитию, и как их убрать? Верить в себя. Твои блоки – это твое сомнение. Верить в себя, в свои энергии, чувствовать их, наполняться, визуализировать и представлять, как каждая клеточка наполняется энергией Арктура, делая живой все внутри и вокруг тебя. Убирай сомнения, верь себе, чувствуй то, что происходит. Чувства — это главное, чему ты можешь доверять. Это значит доверять себе. Чувствуя энергии, даст тебе уверенность в том, что ты все делаешь правильно и идешь по правильному пути, потому что ты это знаешь. Это знание находится внутри тебя вместе с энергиями Арктура. Благодарю. Благодарю вас. Пятый вопрос. Какие из своих ценных талантов, из своей души я не использую и как их запустить? Визуализации. Энергия Арктура – это белые, более холодного цвета энергии. Можешь представлять их как алмазная крошка, которая наполняет, как я уже сказал, каждую твою клеточку. Вместе с этими энергиями приходят знания Арктура. Это то, что я уже сказал выше. С этими знаниями приходит уверенность и чувство правильности. Это твое яснознание, и также это твоя родная энергия, которая дает тебе уверенность и наполняет тебя силой Арктура. Эту силу ты можешь чувствовать, а значит доверять, а значит знать, что все, что ты делаешь, это правильно. Мой ответ – визуализация. Я благодарю вас. Шестой вопрос.
Как я могу помочь своему биороботу обновиться, оздоровить его? У меня есть ощущение, что ему нужна помощь. Наполняясь энергией Арктура, старайся пропустить, как я уже сказал, эти энергии через каждую клеточку, визуализируя и представляя регенерацию каждой клетки. Циркуляция энергии. В биороботе ты можешь представлять, как в макушку головы входит алмазная энергия Арктура. С одной стороны, например, входит в твою левое полушарие, наполняя сверху вниз, заполняя каждую клеточку и переходя на правую сторону, снизу поднимаясь наверх и выходя с правого полушария, делая цикличность энергии. Каждая клеточка наполняется и регенерируется, получая определенный заряд родных энергий. Благодарю. Благодарю вас, Ларри. Идем дальше. Седьмой вопрос. Каков уровень моего высшего я? 11 уровень высшего я. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Как я могу повысить мои вибрации любви? Чтобы повысить вибрации любви, нужно представлять свои энергии. Энергии, находящиеся в энергетических центрах. Вибрации имеют определенный диапазон. Ты можешь наблюдать его, закрыв глаза и представляя свои энергетические центры. Начни с нижнего. Тебе будет проще представить, как самая нижняя чакра красного цвета вибрирует, и вибрации нарастают и выходят за пределы энергетического центра. Так каждый энергетический центр ты можешь представлять. У каждого энергетического центра может быть разная вибрация. Представляя это, ты можешь понимать, где больше вибрирует, а где меньше. Если вибрирует меньше, это не значит, что этот энергетический центр закрыт. Это значит, что там меньше вибраций нужно для определенных чувств. Чувства и эмоции заложены в твои энергетические центры. Поэтому не везде нужны большие вибрации. Вибрации любви, как правило, находятся в сердечной чакре, но каждый энергетический центр должен быть заправлен энергией и заряжен вибрацией. Представляй каждый энергетический центр. Его вибрации как волновые отделения и распространения вокруг центра. Ты легко сможешь со временем представить. Это поможет тебе, когда ты будешь представлять вибрации каждой чакры. Это сгармонизирует тебя и сделает цельной. Благодарю. Благодарю вас. Девятый вопрос. Как и чем я могу помочь людям, человечеству? Хорошо. Первое, что нужно сделать, это помочь себе. Научиться гармонизировать себя и быть во внутреннем балансе, ровном, спокойном, понимать свои энергии, чувствовать свои вибрации, как я уже сказал. Когда ты добьешься целостности, от тебя будет отходить волны прекрасной энергии, гармонии и любви. Души и люди вокруг тебя будут чувствовать эти энергии, успокаиваться и радоваться общению с тобой. Начни с малого. Не надо думать о всем человечестве. Меняясь, ты меняешь людей вокруг себя в лучшую сторону. Этого уже достаточно. Это уже показатель того, что душа идет правильным путем. Люди на твоем пути
будут меняться, тянуться к тебе, чувствуя твою любовь и вибрации. Охраняй, сохраняй свои энергии, не разбрасывай зря. Не всем они будут приятны, так как вибрации должны совпадать. У некоторых вибрации будут ниже, поэтому они не смогут достигнуть твоих высоких вибраций, их будет раздражать это. Не удивляйся, что многие общения с многими людьми исчезнет. Это потому, что ваши вибрации перестанут совпадать. Оставайся на своей, как говорится, волне. Береги свои энергии и не спускай свои вибрации ниже. Что это значит? Не поддавайся провокации со стороны от людей с низкими вибрациями. Они будут пытаться снизить твои волны вибрационные. Оставайся спокойной, уравновешенной и мудрой. Благодарю. Благодарю вас. И последний, 10-й вопрос. Что я еще должна знать, о чем я забыла спросить? Слова напутствия? Я достаточно рассказал об арктурианских энергиях. Я достаточно рассказал, как нужно визуализировать, представлять, наполнять свои тонкие тела и биоробот. Твои энергии активированы. Мое напутствие – научись работать с ними и работать с визуализацией. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый куратор Ларри. Вопросов больше не осталось. Как мы поняли, стержень ее уже активирован. Тогда остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору и каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Ларри, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его ответы и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Это прекрасный подарок. В каждом предмете ягоде есть своя гармония. Я ее вижу. Я вижу вибрации, которые идут от этих прекрасных плодов. Благодарю вас. Благодарю. Я вас, Ларри. Передавайте на этом месте привет Арктуру. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы помочь убрать все, что им мешает развитию, и открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Прекрасное напутствие. Благодарю вас за помощь арктурианским душам. Благодарим и мы вас, Ларри. Мы не прощаемся. Я говорю, до скорых встреч. Возможно, когда-нибудь еще увидимся. Непременно. Благодарю. Благодарю вас. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Дайга, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы? Я в небольшом замешательстве. Во-первых, я действительно чувствую энергию Арктура, как алмазной энергии в каждой своей клеточке. Это настолько приятно и необычно. Мой куратор дал много полезной информации, с которой я буду работать изо дня в день. Благодарю вас за эту встречу. Во благо. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Дайги в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем.